В этом примере показано, как слушать музыку с планшета в потоковом режиме. После подключения планшета к AirLink 2 через Bluetooth перейдите в раздел «Мультимедийная система» и выберите «Медиаданные». Для подключения к планшету выберите источник Bluetooth. Музыка начнет воспроизводиться автоматически. При этом можно управлять воспроизведением музыки из самой системы, включать, ставить на паузу, менять композицию.